стандартный один хуй никого не попадешь. Особенно это будет ощущаться, если с лайтами с другими сцепишься. Ты просто ни в кого не попадешь тогда. Поэтому вот реально, там СРМные машины, атласы какие-нибудь, где вот реально они все построены, типа на щах, там быстренько повернулся, альфанул, почти не глядя, отвернулся обратно. Вот там, да, вот там большая солнца хороша. Все остальные машины нет. Чуть-чуть можно поднять еще на сфероидных машинах, потому что они перкверкованные все там. Кверки на Torso Twist тоже, плюс у них длительность лазеров меньше, то есть там ну не так сильно урон мажешь, там можно еще поднять чуть-чуть. На клановых машинах это вообще ужасно. Так, готов? О, видишь, уже лучше, уже, блядь, намного лучше. Ну, ты видишь, то есть... Просто небо и земля бы сразу. Это, конечно, спринтерская такая идеальная ситуация, когда ты стоишь на месте, машина идет параллельно тебе, но все равно ты сравнение просто. Вот, а следующий трай я тогда тебе покажу, что такое Torso Twist. А дальше ты это все будешь разрабатывать в рандоме, потому что дальше выпадем стекс удовольствия. Это на самом деле такие базы, из которых... Ну, можно, конечно, играть, блядь, большинство дебилов в эту игру играет вообще нихуя. Просто заходят на отъебись там что-то куда-то там стреляют. Им нормально. Вот. Но так играть гораздо результативнее. Зная, что такое Torso Twist, что такое нормальная